Лететь по снежным горам с бешеной скоростью, так что аж дух захватывает. Многие мечтают испытать подобные ощущения, но встать на горные лыжи так и не решаются. Скорее всего, это из-за страха перед крутыми склонами. Но если вы хотите стать по-настоящему крутым лыжником, страх – это первое, от чего нужно избавиться. Обучение горным лыжам начинается на самом пологом склоне. Осваиваем стойку. Основа всего – правильная стойка. Хорошая, равновесная. Она, помимо того, что по форме должна быть правильная, по содержанию, он должен как бы… Вот он, равновесная она такая, как в танце дышит. Вот она, стоечка. Легкий присед, ноги на ширине плеч, ручки. Вот, вот она, стоечка. И поехал. Сначала инструктор научит вас скользить по снегу. Безопасное торможение тоже осваивает сразу. На большой горе вы поймете, это важно. Проще всего тормозить плугом, когда носки близко, пятки широко. Катаясь на горных лыжах, вы находитесь в полуприседе. Таким образом, мышцы ног пребывают в постоянном напряжении. А за счет частых поворотов горные лыжи отлично укрепляют пресс. Такое времяпрепровождение на горе с легкостью заменит фитнес-тренировку. Лыжник едет по склону, постоянно совершая повороты. Их тоже осваивают на первом занятии. Поворачивают вот как раз для того, чтобы скорость не развивалась максимально. Если поехать по прямой, очень быстро получится и разобьетесь. Не надо даже следующий поворот начинать, если скорость лишняя. Вы поворот делаете до тех пор, пока скорость не стихнет поперек склона и даже вверх горы. Чем меньше радиус поворота, тем больше развивается скорость, увеличивается риск падения. Поэтому уметь падать тоже важно научиться. Группироваться, правильно свернуться, в калачик, на бочок. Ни в коем случае не на пяточке лыж, что от страха бывает. Вы так дальше и поедете, лежа на пяточках лыж, только уже совершенно неуправляемый. Выходя на большую гору, тренер советует действовать по четкой схеме. Если есть схема, говорит он, страх уходит. Свежий воздух, движение, острые ощущения и необычайный приток адреналина. Именно за это я и люблю горные лыжи. С вами была Екатерина Маслова. Получайте от жизни удовольствие.